Семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение. Карантин – самое время завести нового щенка и порадовать детей. Ведь последним никакие гаджеты и игрушки не заменят нового друга и будущего любимого питомца. Так, по-видимому, рассудили и Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые решили подарить сыну певицы Максу маленького Голден Дудля. В этом подарке сама Джей Ло сообщила в Инстаграм, записав видео, а после решила посоветоваться с подписчиками, как лучше назвать питомца – Тайсоном или Янки. Именно два этих имени сейчас набрали больше всего голосов в семье Лопес. И теперь все желающие могут проголосовать в интернете в сторис Дженнифер или Алекса за один из вариантов. Отсутствие имени не помешало маленькому Олден Дудлю уже завести себе аккаунт в Инстаграм. Пока что блог носит название TBD Popu Official, что в переводе до дальнейшего определения официальная страница пса. Но впоследствии этот ник наверняка изменится. Сейчас на страничке безымянного золотистого пса всего 5 публикаций и всего 5000 подписчиков. Среди фото снимки с его отцом Максом, тетей, дочерью Дженнифер Эмми и бабушкой и дедушкой, самими Дженнифер и Алексом. Скорее всего, питомца пара взяла из приюта. Во всяком случае, еще в 2019 году папарацци засняли Дженнифер и Алекса, выходящие вместе с детьми из подобного заведения. Свой карантин Дженнифер и Алекс проводят вместе с детьми, а теперь и новым питомцем в Лос-Анджелесе. Несмотря на пандемию, пара все же активно готовится к свадьбе, о чем Алекс рассказал в апрельском интервью. Мы встречались с организаторами в Zoom и размышляли, как могут развиваться события в течение следующих 12 месяцев. У нас есть уже 3 или 4 разных сценария. Мир меняется с невероятной скоростью. Обычно, когда ты планируешь год, в плане рабочего расписания или финансовых расходов, последнее, о чем ты думаешь, что все может рухнуть и намертво остановиться, как, например, сейчас. Так что нам приходится быть готовым к переменам, очень активными и действовать в соответствии с обстоятельствами. В то же время, думаю, важнейшей задачей каждого из нас сейчас является самодисциплина и изоляция. Мы должны пройти это вместе. Подвиг каждого человека важен. Мы можем победить. Это только общими усилиями, рассказал Алекс Родригес. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии под видео, а также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.